Перший на территории Витебской области шматфункциональный павильон по реализации друкованной продукции открылся у Орши. Замену киоска на гандлевый объект нового поколения предприемство «Белсоюздрук» провело в рамках реализации комплексного плана по развитию Аршанского района. Инна Кириенкова с подробностями. Павильон нового формату предприемства «Белсоюздрук» з'явился у центре Орши для дома гандлю на месте старого киоска. Невеликий по площади, всего 18 квадратных метров, однако значно больше по своей функциональности. У першиню для наведывальников представлена махчимость користаться бесплатным интернетом проз Wi-Fi, онлайн-перекладчиком, заражать электронные гаджеты. Значно поширилась и зона выкладки друкованных выданий. Замена киоску на такие шматфункциональные павильоны цалком оправдана. Практика показывает увеличение реализации прежде всего печатных изданий, газет, журналов. Книжная продукция пользуется спросом данных торговых объектов. И главная задача, которая решается, это увеличение товарооборота. И самое главное, это увеличение заработной платы наших продавцов. Створены комфортные умовы и для наведвальников. Набыть любимый часопис альбо газету и заодно выпить кубочек кавы. Для поляпшения узровню обслуговывания у новом павильоне есть новая система оценки персоналу «Лайкер», дякуючи якой стало максимум оперативно реагировать на зауваги, пропановы и пожадания. А кроме того, запущены интерактивный помощник для туристов, городский навигатор по славутости города. Первые наведвальники одразу оценили переваги нового объекта. Современный дизайн, изменился ассортимент, приятно зайти, потому что раньше был заход только с улицы, сейчас заходишь, даже если холодно, тепло, можно согреться кофе, можно что-то приобрести, ассортимент расширится, девочки более красивые, опрятные. На территории Аршанского района 23 гандлевые объекты «Белсоюздруку». Как отповедать реалиям часу, предприемство активно проводит их модернизацию. 275 тысяч рублей было вложено в развитие замену торговых объектов. Но на смену обыкновенного киоска, будем говорить, приходят совершенно другие новые формы. Одна из таких форм – это торговый павильон. До 2023 года мы планируем точно такую же сумму еще инвестировать в развитие в замену торговых павильонов. Еще два подобные гандлевые объекты появятся в Орши в наступном году. А так само у Витебску планируется открыть два новые шматфункциональные павильоны. Инна Кириенкова, Александр Петровецкий, новини Орша.